7 проектов на сумму свыше 57 миллиардов тенге в рамках государственно-частного партнерства будут реализованы в Мангыстауской области в следующем году. Среди них Ледовый дворец в Актау, новая лаборатория в центральной больнице Мунайлинского района, центр гемодиализа и опреснительный завод в селе Курок мощностью 50 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, благодаря проекту «Безопасный двор» в микрорайонах Актау установят 6 тысяч камер видеонаблюдения. Из госбюджета деньги на эти проекты выделяться не будут. Все они будут реализованы по ГЧП. В настоящее время в Мангыстауской области уже реализуется 9 проектов государственно-частного партнерства на сумму свыше 4 миллиардов тенге. Это многоквартирный дом, 3 спортивных комплекса в Актау и 5 детских садов на 1260 мест по области. К концу этого года в эксплуатацию будут сданы 5 объектов.